Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня СС 1.4. Всякий видел в жизни, но такого первый раз видел. Вот, ребята, сейчас будем делать его капиталку. Сниму двигатель. Вот проблема в чем. Приехал клиент, говорит, блядь, отсюда масло брызгает, блин. И взял, пихал сюда какой-то, бля, ну и нахер, палочку. Говорит, очень сильно дымит, уже не дымит. Почему? Потому что масла нет уже. На масляной пленке работает. Так что, сами видите. Сниму двигатель. Дальше покажу, в чем проблема. Мне кажется, с цилиндрами проблема здесь. Или поршень пополам там. Или треснулся, или кольца сломался. Вроде такого. После съемки под капотом покажу вам, ребят. Бензин, газ. Вот. Такого я еще не видел, если честно. Вот это фильтр воздушный, ребят. Пуск. Здесь масло, вот смотрите. Масло везде. Через пуск поставил. Как она вообще работала, я не знаю. Внутри все масло. Смотрите. Он думает, здесь закроет, уже места не найдет выйти масло. Вот, немножко разобрал. Вот масло везде. Смотрите. Всех сторон. Даже из свечного отверстия масло пускает. Отсюда я видел, пустило масло. Вот мотор. Вот, ребята, снимал двигатель. Если бы видели бы, в каком состоянии она, ребят. Масло. Сторон. Просто говне. Какая она. Смотрите сюда. Поддона даже не видно. Вот. Хозяин меня говорит, может, сюда кольца кинем. Представляете? Здесь кольца есть хоть? Говорит, я предлагал людям, сделали. Хозяин меня говорит, представляете? Предлагал людям, берем хату, говорит, кисточкой мажем этого. Цилиндра, они бывают как камень, говорит. Молотком нельзя, говорит, разбивать его после этого. А чем равняю, говорю ему, говорит, поршень. Кольца одеваем в поршень и начинаем вверх, вниз, и все. Образуется гильз, говорит, новый. А с кольцами ничего не бывает, говорит, это же как цемент бывает. Говорит, да нет, конечно, блядь, все работает отлично. Мы сколько раз так сделали, представляете? И потом приехал ко мне почему-то. Так не сделали. Представляете, что происходит? Люди с ума сходят просто, блин. С ума сошли, понимаешь? Дурак даже так не скажет, бля буду. Дураку спроси, дурак скажет, ты дурак, что ли? Вот так скажет человек. Дурак так скажет, представляете? Вот сюда кисточкой мажем, говорит, цилиндр, хату и все. Все четко будет. Разбираем головку, сейчас посмотрим, что здесь происходит. Достал головку, ребят. Головка полностью умер. Просто умер. Вот смотрите, что происходит здесь. Клапана просто лили, наверное, на это. Как называется? На поршень. Здесь, в общем... Я не знаю, плохо видно, конечно. Это пипец просто, ребята. Она настолько грязная. Через свеч даже вышли, блин. Идем сейчас к этому, к блоку. Блок, смотрите, на поршне. Масло даже промывало их. Скоро была бы здесь, наверное, встреча. Вот смотрите, зазор.
Одной рукой невозможно, конечно, этого делать. Вот видите, да? И она не только сюда, и крутится еще на пальцах. Сейчас кручу. Оп. Поднимаю. Сейчас будем зазор проверить между цилиндром, между гильзом и поршнем. Еще чуть-чуть вниз отпущу, сейчас посмотрим, в общем, здесь как будет. О, здесь, в общем, пипец. Вот кольца приблизительно в таком районе настолько выходит, да, наверх. Вот все скажем. Берем шуб, сейчас поищем, посмотрим. Берем, давай берем 25 25 0 25. Заходит, да, летает, какой заходит. 25, ребят. Ладно, сейчас возьмем 28, 30-ку. 0 30. Двенадцать дюймов, 0,30 миллиметров. Где она? Заходит, полетает, какой заходит. Да, еще наверх чуть-чуть поднимем. Давай четвертый и первый посмотрим. Наверное, здесь надо сразу взять лом и проверить. Давайте 45-й возьмем вам. 45-й. Сюда кольца поможет, как вы думаете? 45-й не пошел. Потому что круглая. Если была бы ровная, она бы вошла бы. Заходит. Вот. Заходит от силы. Сюда, если посмотрим, 45-й. Заходит, заходит. Так что, ребят, задиров вроде нету. Есть, но... Здесь, в общем, дуртом, блин. А, говорю, нету, блин, ни хрена себе, блин. Сюда никакой кольца. Да, клиент говорит, давай кольца кинем. Здесь, как зеркало, задир есть здесь, а на и втором, на третьем. На третьем хорошенько задирал, блин. Здесь, вот видите, глубокой. И здесь глубокой. Здесь посмотрим, как... Вот такая херня. Когда соберу, если хозяин согласится собирать ее, этот двигатель, соберу полностью, покажу сборку. Если нет, меня плевать. Кидаю туда кольцо. Гарантия до первой заводки. И все. Давай, до свидания. Скажу ему, конечно, чтобы он сделал капиталку, потому что с такими двигателями нахрена надо. Она будет все равно дымить, как, я не знаю, как паровоз. Вот такое дело, ребята. Всем до свидания, всем удачи. Дай Бог вам всем здоровья. Такие ерундой занимайтесь. Вот с такими ерундами, палками. Мой канал rauf.mechanik в ютубе. Это мои номера, ребята. Если вдруг что, позвоните, пишите, буду отвечать обязательно. Всем до свидания, всем удачи.